И про то, что я взял Коран, это потому, что я все-таки считаю, что это священная книга для всех казахов и не казахов, для всех мусульман. Но мусульман традиционных, это потом появились всякие ваххабиты какие-то, салафиты какие-то и так далее. Мы традиционные мусульмане. Я вообще говорю, что я советский мусульманин. Интересно. Конечно, да. Я вообще советский мусульманин. Первый раз даже такое. Вот это мое личное изобретение. Я советский мусульманин, понимаешь? Я за все, за всех говорю. У меня нет вражды никому. Ни национализма у меня нет, ничего. При этом, что я свой народ воздвигаю, я беру свой флаг. Никто не подумал, что надо флаг. Ты первый раз казах летит, дайте ему флаг, засуньте его в этот, сложите его хорошо. Никто не думал.